Запись. Ну, еще раз всем доброе утро, кто зашел, кто подтянулся. И мы работаем и по выходным, да, потому что смех, радость, счастье, наш мозг нужно прокачивать. И что такое нейрогимнастика? Друзья, нейрогимнастика – это зарядка для нашего мозга. И когда человек привык выполнять одно и то же, допустим, он ходит на одну и ту же работу, он выполняет одни и те же действия, да, он ходит одним и тем же путем и так далее, то он начинает и мыслить стереотипно, и это называется вот консерватизм. То есть в результате человек потом часто говорит: «Я не хочу никаких изменений, я так привык». Да? Но сегодня очень важно быть адаптивными к переменам, потому что мир настолько турбулентный, что люди сталкиваются с тем, что кто-то потерял работу, да? Ну, ковид всех заставил дома сидеть, у кого-то там отношения изменились, и нужно адаптироваться, нужно быстро привыкать к новой ситуации и, несмотря ни на что, да, оставаться бодрыми, оставаться счастливыми. И, конечно, прокачивать свои мозги – это память. Сегодня деменция, она, к сожалению, молодеет. И уже замечается, что очень часто у молодых даже людей есть провалы в памяти, они что-то забывают, а что будет дальше. Но что касается людей золотого периода, то мы можем наблюдать тут уже разные картины, да? И есть люди, которые… И мы за 70, и за 80, вот как у нас Лариса Михайловна Дмитриева, например, да, вот ей за 80, она молодец, она крутая, она и работает, и, или Гончарова Татьяна Олимповна занимается научными работами, тоже человеку за 80. Почему? Потому что тренирует мозг, постоянно что-то изучает, новые какие-то научные работы. Поэтому, друзья, мы начинаем нашу тренировку. И на чем мы нашу тренировку? Мы сейчас наберем охапку счастья. Да, этого утра вдох, потянулись. Задержали. Выдыхаем все, что нас беспокоит. Все наши, может быть, какие-то неприятности, какие-то волнения. Еще раз вдох. Задержали. И выдох. И еще раз вдох. И лошадку на выдохе. Пристраивается. Наша Ирочка Кулинченко, да. Привет, привет. Завтра она будет проводить смехотанцы. А я буду вместе с ней тоже танцевать. Да, и смотрите, очень важно, так как многие здесь являются спикерами, проводят тренировки. Ну, вообще, если вы ведете, может быть, YouTube-канал, записываете какие-то видео, то очень важно, чтобы артикуляционный аппарат, он работал, артикуляционный, да, чтобы мы могли выговаривать каждое слово. И давайте начнем с того, что мы разогреем наши ладошки, да, направим их с любовью, да, к нашим личикам. Да, направим вот такую добрую энергию любви, энергию молодости, радости. Еще раз разотрем, глазком прислоним и бросим. Надавили и бросили. Надавили, зажмурились, открыли и поморгали. Глазки сюда, сюда. Голову не поворачиваем, только глазками работаем. Вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево. Смотрим на пальчик, очертания, отпечаток, да, и смотрим дальнюю точку за окошком. Опять на пальчик, и где-то нашли далеко-далеко листик, дерево, облачко. Еще раз на пальчик, облачко, и пошли по кругу глазки. Я сейчас, знаете, о чем подумала? Смешно. Но нейрогимнастику на глаза мы делать не будем, потому что если я вам скажу, правым глазом смотреть налево, левым направо, а потом наоборот. Поморгали. Напоминаю, друзья, все абсолютно.
мы делаем на эмоциях, на добрых эмоциях. И давайте немножко наш артикуляционный аппарат, да. Давайте губки в трубочку. В себя. Хорошо. Язык покусали. И покрутили. Нос утянем. И вниз подбородку. Носу. Хорошо, челюсть справа-влево. Верблюд. В разные стороны. Хорошо. Во дворе трава, на траве дрова. Скороговорочка, да? И во дворе трава, на траве дрова. И каждый в своем темпе. Во дворе трава, на траве дрова. И потихонечку быстряем. Во дворе трава, на траве дрова. Четко выговариваем каждый звук. На траве дрова, во дворе дрова, на траве дрова. Добавляем во дворе дрова, на траве дрова. Подходим во дворе дрова, на траве дрова. Во дворе трава, 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 на траве дрова. Хорошо, молодцы. А сейчас смотрите, что будем делать. За носик берем и под рукой. Раз, два, три, четыре. Ушко. Раз, два, другая рука. Три, четыре. Затылка дошли. Раз, одну рукой за затылком. Два, три, четыре. И теперь сверху, не под рукой, а сверху. Раз. Два, три, четыре. Получается? Получается. И теперь делаем все по разу. Итак, под рукой. Раз, два, сверху, три, четыре. Сзади. Раз, два. И сверху три, четыре. Запомнили? Очень Еще раз. сложно. Еще раз беремся за носик и под руку. Раз, поменяли. Два. Теперь носик держим другой рукой за ушко. Три, вот так через голову. Четыре. Теперь носик держим, ручки меняем все время. За головой, другой ручкой. И делаем как в начале, только мы под рукой делали, а сейчас сверху рукой. Четыре. Приготовились и... Раз, два, три, четыре. За головой. Раз, два. Сверху. Три, четыре. Еще. Раз, два, три, четыре. За головой. Раз, два. Сверху. Три, четыре. Ну как? Но это еще не все. Теперь мы соединяем с артикуляцией. Нашими скороговорками. Приготовились? Начинаем медленно. Во дворе трава, на траве трава. Во дворе трава, на траве дрова. Ну как? Ужас. Вот Ужас. представляете, сколько образуется новых нейронных связей, да? То есть мы делаем новые движения, мы должны их запомнить, при этом мы должны говорить скороговорку и при этом правильно выговаривать. Не на дрове дрова, да, на траве дрова. Приготовились. И во дворе трава, на траве дрова. Во дворе трава,
На траве трава. Чуть быстрее. Во дворе трава. На траве трава. Во дворе трава. На траве дрова. А теперь добавляем хлопочек. Медленнее начинаем. Во дворе трава, на траве дрова. 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 Так, ну а теперь немножечко быстрее. Во дворе Дворе трава, трава, на траве дворе дрова, во дворе трава, трава, на траве дрова, во дворе дворе трава, на траве дворе дрова, трава, во дворе дворе трава, трава, на траве дворе трава. дрова. Так, давайте поаплодируем. Кто молодец, скажи, я молодец. Даже если у тебя не получается, ты все равно знаешь, что ты супер, да. Потому что ты стараешься, потому что ты встала, потому что ты пришла, потому что ты прокачиваешься. Ты молодец, супер королева, супер герой. И побыстрее. Во дворе трава, на траве дрова. 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 Поаплодировали. Хорошо, молодцы. Теперь делаем пальчик. Вот. Кто молодец, кто герой, кто вот такой? Да, я скажу, во! И всему классному здоровью, счастью, энергии, радости показали во! Болезни, унынием, депрессии, печалькам. Вот так. И теперь меняем. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Хлопочек. Раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Хорошо, молодцы. Пальчик, зайчик. Пальчик указательный. Зайчик, два ушка. Раз, два, раз, два, раз, два, раз. Два хлопочек. Раз. И когда ошиблись, пропускаем электроток и смеемся. Поехали, поехали. И с закрытыми глазками не подсматриваем. Поехали. Пятый пальчик, безымянный мизинчик, это ушки, а здесь мы как будто солим. Вот такая мордочка, да? Или лисичка, или собачка, как хотите. Зайчика уже все выучили, все запомнили, как два пальчика поднимать.
Молодцы! И теперь меняем. Раз. И здесь у нас мы солим, да? Вот тремя пальчиками. А здесь у нас зайчик. И раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Добавляем хлопочек. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ну что, скороговорку будем добавлять или страшно? Шла Саша, по шоссе и сосала сушку. Не шушка. Ирина, Саша, шушку сосала. И приготовились. Ну, давайте пока без хлопочка, да? Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Еще раз. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Хлопочек. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 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 Так, теперь делаем здесь вот такие рожки, а здесь делаем ножки. Вот, здесь второй, третий пальчик, здесь мы сделали вот. Смотрите, раскрыли пальчики, раз, а теперь меняем, два. Раскрыли эти пальчики здесь двумя, вот как пистолетик, да? Раз, вот ножки, рожки, два. Раз, два. Пистолетик — это второй и третий пальчик. Раз, два. Раз, два. Получается? Давайте разотрем ладошки наши. Да, хорошо, хорошо разотрем, попроминаем наши пальчики, потому что знаю, что не у всех, ну, достаточно хорошо, эластично. Да, эластично, гибко разгибаются пальчики. Поэтому хорошо, хорошо промяли, да, с благодарностью, ну, наши пальчики. Сколько они делают, да, сколько они пользы приносят и в домашнем хозяйстве, и в образовании, да, сумки они носят, они пишут, они готовят, они картошку чистят, они помогают, да, они делают очень много дел. И пальчики надо разминать, чтобы было кровоснабжение, чтобы пальчики были гибкие, не закорузлые. Вот, потянули себе другую сторону. Да, хорошо, кулачками вот так вот. Один общий кулачок сделали, поработали. Вот так, в другую сторону. Сжали, да, и разгибаем, да. Сбросили. Шпагатики поехали. Меняем. Да. И меняем на все пальчики. Ну, я так показываю, вы можете на столе делать удобно. В общем, на любой плоскости, как сами хотите. Причем меняем, вот, допустим, указательный и средний пальчик. Потом поменяли впереди средний. Так. Большой указательный. Так. Вот так. И другая ручка. Поехали. Средний безымянный, средний впереди, меняем, безымянный мизинчик, потом безымянный впереди, вот так, хорошо, молодцы, и сложили ладошки и пошли, мизинчики поздоровались, безымянные, средние, указательные, большие, назад, средние, безымянные, мизинчики. Хорошо.
Теперь вот так мы хлопаем, приветствуем, да. Средняя, указательная, большие, в другую сторону указательная, средняя, безымянная, большие. Хорошо, плетем цепочку. Раз, два, да, большой указательный. Теперь большое среднее. Раз, два, большой безымянный. Раз, два, большой мизинчик. Раз, два, назад. Раз, два, раз, два, раз, два. Но не забываем, что у нас улыбки и смех. Я объясняю, поэтому не могу в этот момент смеяться. А вы, конечно же, все делаете на улыбке и смехе. Хорошо. Теперь поехали. Дорожка. Соединили большой и указательный пальчик. Вот такой ромбик сделали. И перешагиваем. И пошли. И в другую сторону. Хорошо, молодцы. Теперь делаем большой и мизинчик. И по очереди пальчики у нас шагают. Так, вперед, назад. Давим на подушечки. Теперь стаккато, коротко. Раз, раз, как будто укололись. Да, пальчиком дотронулись, как будто укололись. Хорошо. А теперь смотрите. На одной руке мы начинаем с большого пальчика указательного и идем вперед и назад. Да? То есть сделайте большой указательный пальчик и пошли по очереди. Так. А на другой руке мы делаем мизинчик и большой пальчик. И как бы обратно идем. Ну, в принципе, делаем то же самое, только начинаем с большого пальчика и мизинчика. И теперь тут оставили большой пальчик и мизинчик, а здесь указательный и большой. И поехали по очереди каждый пальчик. Вот так. Так же, как мы делали, только наоборот. И еще раз сначала большой мизинчик, здесь указательный. Сбились, опять поправляемся и делаем правильно. Раз, два, три, четыре. Да, можете каждый в своем темпе. Молодцы. И сейчас мы играем каждым пальчиком, вот так прорабатываем. А сейчас будем смеяться, смотрите, там, где у нас низкие такие басы, и мы смеемся. Здесь. А и сейчас каждый смеется на разные звуки, да. Ого, низкие. А здесь... Да, играем на пианино и варьируем. И можно... Поехали! Включаем оркестр! Громко все! И... Ha 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 ha!
Чахла, цапля сдохла. Поехали. Цапля мок... Не чахла. Цапля мокла, цапля сдохла. Цапля сдохла. Цапля сдохла. Мы смеемся на чужим горем. Поехали. Что мы делаем? Цапля мокла, цапля сохла, цапля чахла, цапля сдохла. 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 Берем бочку. И туда радугу жизни, энергию, силу, радость, здоровье. Берем нашу цаплю, которая сдохла, и вытаскиваем с нее такое все, и она смеется. Записочку к
цаплик ножки сейчас и будем отпускать в небесную канцелярию. Пишем, что хотим, что себе желаем, своим семьям, родным, близким. Написали. Миру мир, изобилие, процветание, здоровье. Привязали. И цаплю со смехом. Провожаем! Полетели, как цапля! Что-то с вами так весело. Еще раз. Хорошо, молодцы. Мы исполним нашу соку-соку, да? Давайте. Соку-соку, бачи-бачи, соку-соку, вира-вира. По разу. Соку-бачи, соку-вира, соку-бачи-вира. В любой момент уже может отключиться, и вам домашнее задание, особенно кто первый раз, это выучить медленно. Соку, соку, ладошки, бачи, бачи, опять кулачки, соку, соку, плечи, плечи. Теперь по одному разу. Соку, бачи, соку, вира, соку, бачи, вира. Так, Ира, покажи пока, а я сейчас музыку найду, музыку, давай. Соку, соку, бачи, бачи, соку, соку. Вира, вира, соку, бачи, соку, вира, соку, бачи, вира. Соку, соку, бачи, бачи, соку, соку, вира, вира, соку, бачи, соку, вира, соку, бачи, вира. Получается? Завтра приходим на танцевальную зарядку, помним, у нас завтра танцы, и поехали. Начали сейчас, успеет нам еще, наверное, музыка прийти, и повеселее с улыбочкой. Соку-соку, бачи-бачи, соку-соку, вира-вира, соку-бачи, соку, вира, соку, бачи-вира. Соку-соку, бачи-бачи, соку-соку. Еще раз сначала аккуратненько, медленно. Соку, соку, бачи, бачи, соку, соку, вира, вира, соку, бачи, соку, вира, соку, бачи, вира. Почему-то исчезла музыка эта. Ну, хорошо, значит, мы сегодня без музыки. И теперь немножечко подпрыгиваем. Соку, соку, бачи, бачи, соку, соку, вира, вира, соку, бачи, соку, вира, соку, бачи, вира. Теперь то же самое делаем, повторяем, пружиним, либо подпрыгиваем. И кто еще там может, могут другие движения делать. Задействуем весь организм, смеемся всеми нашими органами, почками, селезенками, сердцем. Поехали, артикуляция у нас работает, да, мозги у нас работают. Поехали. Соку, соку, бачи, бачи, соку, соку, вира, вира, соку, бачи, соку, вира, соку, бачи, вира. Поехали. Соку, соку, бачи, бачи, соку, соку, вира, вира, соку, бачи, соку, вира, соку, бачи. Вира. И теперь вот так ножками делаем, пинаем по очереди, да. И поехали. Соку, соку, бачи, бачи, соку, соку, вира, вира, соку, бачи, соку, вира, соку, бачи, вира. И еще раз, быстренько. Соку, соку, бачи, бачи, соку, соку, вира, вира, соку, бачи, соку, вира, соку, бачи, вира. И, дорогие друзья, мы сейчас, у нас уже время подходит к концу, вот-вот отключится. Как ваше хорошее настроение? Как ваше гибкое адаптивное мышление? И напоминаю, каждый субботу у нас нейрогимнастика, каждое воскресенье у нас смехотанцы, каждый понедельник в 9 часов у нас йога смеха. Расписание можете смотреть, у нас есть чат, туда я выставляю записи, туда я выставила, вчера у нас была прокачка финансового потока, и там вы можете посмотреть не только видео, а саму методику у Максима Тимченко, да, клуб миллионеров, там есть эта методика. Ну, в общем, в чате все.
Все написано. Может быть, я иногда буду забывать выставлять там чаты, напоминалки. Поэтому следите, следите сами, запомните, что в 9 часов без изменений и без выходных. Ну, завтра, конечно же, приглашаю вас на смехозарядку к нашей Ирине Кулинченко. Приходите с детками, будем танцевать всей семьей. Да, это тоже гормоны радости, наши эндорфины. И поаплодировали себе. Королевы, обнимаю вас, обнимаю, обнимаю. Папа, очень рада видеть вас. Благодарю, благодарю, благодарю.